Всем привет! Сегодня прокатимся по одному из наших любимых маршрутов и посмотрим на золотую осеннюю зеленку. К тому же мы недавно обнаружили хорошую велосипедную дорожку, проходящую мимо речки, и теперь постоянно нарезаем тут по несколько километров. Катаемся мы сегодня так. Я на самокате, а Ольга по проверенным временем шоссерам. Да, вот так, самокат. Это электрическое чудо было куплено под впечатлением от прогулки по Гданьску, где мы уходились в мясо до такой степени, что перед вечерней прогулкой приехали и на несколько часов отдались спасительной дреме. И вот, после поездки нас посетил мысля по оптимизации аналогичных прогулок. Ну, что можно купить? Начнем с тяжелой артиллерии. Как орал Якубович на дебильном шоу. Автомобиль! Автомобиль! Штука хорошая, но содержание ее хлопотное. Налоги, бензин, ТО и прочие пакости. То есть ее содержание несет в себе все то, что я терпеть не могу. К тому же на машине можно добраться от точки до точки, скажем, напрячься, чтобы найти там, чтобы где-то ее припарковать и далее привычным пешкодралом. Ну, как бы, вариант такой себе. Далее. Пойдем по тому, что имеется. Бромптоны. Бро штука суперская. Относительно легкий, складной. Можно взять с собой куда хочешь. Будь то бла-бла-кар, поезд, самолет. Но далеко на нем не укатишь. Колесики маленькие. Это мы поняли после длительного пользования шоссерами, на которых катаясь по городу просто шикардос и удовольствие. Далее, шоссеры. Быстрые, легкие, супер накатистые. Вот прям созданы для того, чтобы быстро преодолевать большие расстояния с меньшими усилиями и с пользой для здоровья. Но, блин, и тут не без своих минусов. Не очень-то они габаритные. Для их перевозки нужно больше места, сами понимаете, чем для Бромптона, так как они не складные. Если нужно проехать с ними на машине, сбро все легко и просто. Сложил, погрузил и поехал. А шоссерами такой трюк не пройдет. Это как минимум надо снять колеса, переклюк, чтобы не попортить там, не погнуть. И довольно много места в багажнике. А теперь умножим это на 2. Нас ведь двое. Кроме этого, если на бро катишь не спеша, вольготно, разглядывая местные красоты, то посадка на шоссере просто обязывает к тому, чтобы вжарить как следует. Ну и как следствие пропустить все на свете все самое интересное. Колеса что у Бромптона, что у шоссера довольно узкие. Это явно не фэтбайки. А вкупе с жесткой подвеской это тоже не способствует езде по булыжным мостовым европейских городов. Ну, сами понимаете, МТБшника ради этого заводить не хочется совсем. Кроме этого, покатушки на велосипеде требуют большой сосредоточенности, что не добавляет качества для обследования достопримечательностей. Еще немаловажно то, что при внезапной встрече с чем-то интересным, естественно, захочется эту красоту пофоткать и поснимать на камеру. С велосипеда, а тем более с шоссера,
Это сделать весьма затруднительно. Для этого желательно с велика спуститься, ну а затем подняться. И так очень-очень много раз в час и в день. Тем более шоссера. Ну, а если нужно ехать куда-то по делам, то шоссер добавит еще и пропотевшую одежду приятной усталости в теле. То есть, вы спросите, к чему это ты ведешь? А веду я к тому, что возникло жгучее желание упростить этот процесс перемещения как по делам, так и в наших отдыхательных поездках. И вот, детищем этого желания стал бюджетный самокат, который меня вполне удовлетворил по своим характеристикам. Самокат имеет название Motus Pro 8.5, без Lite. Просто Motus Pro 8.5. И является продуктом польского вендора. В миру этот самокат известен как Touch Life X6. Правда, с аккумулятором 36 вольт, 18 ампер и мотором на 500 ватт. Это вместо тачлайфовского 48 вольт, 13 ампер и 600 ватт. Под моей соткой килограмм он показал себя достойно. Смог разогнать нас до 34 км в час. И в эко-режиме провез меня на скоростях от 18 до 25 км в час. Целых аж 40 км. При этом аккумулятор не сел в ноль, а оставил запас хода еще километров на 5-8, ну может 10. А это хороший результат. Весит это чудо прогресса 16 кило, то есть, ну, вес вполне сопоставим с Бромптоном. Компактность налицо, усилий при поездке никаких, скорость нормальная. Заскочить и соскочить с него гораздо легче, чем с велосипеда, особенно с шоссера. Тем не менее, его мощь под моей мощью, хоть и работает честно, но лично мне хочется чего-то большего. А эта модель очень даже подойдет для Ольги. Ладно, хватит характеристик. Этого добра для интересованных людей хватает и в интернете. Но впечатления от поездки только положительные. Можно быстро куда-то доехать и без усилий и пота. А можно очень-очень медленно карабкаться по красивейшим местам, получая от этого огромное удовольствие от увиденного и выслушивая благодарность коленей. Можно оперативно остановиться, соскочить с самоката и наделать много красивых кадров и снимков. Ну просто прелесть. Thank you.
Пока неспешно катим вдоль речушки, убранной в камень, и наслаждаемся. Спросите, а что с великами-то? Как же нагрузки, зарядки? Ну, велики никуда не денутся. По крайней мере, о их продаже пока мысли даже не возникало. Для каждой задачи должен быть свой инструмент. Захотели, сели на Бронтон, неспешно покатались и отдохнули. Захотели получить нагрузку, сели на шоссеры и вжарили десяток-другой километров. Понимаю, что количество физкультуры резко снизится с этими самокатами. Хотя и на велосипедах как-то не особо срасталось нагрузиться. Поэтому мы уже записались и ходим в силовню. Так в Польше называют спортивные залы. Где и катаем, и бегаем, и гребем, и прочими физкультурными штуками занимаемся. Но про силовню тоже видео сделаем. Она того стоит.
Вот такие, друзья, у меня измышления по поводу личного транспорта. Так что обкатываем самокат и наслаждаемся личной мобильностью. Себе буду искать что-то более мощное, быстрое и долгобежное. Точнее, забегая вперед, скажу, что уже нашел и уже купил. И про это тоже будет отдельное видео. Так что оставайтесь с нами. Всем всего-всего. И до следующих встреч на моем канале. Всем пока.